Что это? Это последняя награда за 39 миллионов загрузок. Вот отстой. Хотя и видео вышло спустя пару дней после окончания 39 миллионов загрузок. Ну и ладно. Ну как, несколько дней. В пятницу утром. Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали на канал DreFoyer, а значит с вами я, DreFoyer. И сегодня у нас Boss Rush, который я давно должен был записать, но что-то этого не сделал. Также будет из... Ну, сразу скажу, что этот самый, как его... Extreme Cop будет попозже, на выходных, так что ждите. Так, у нас началось опять аниме Japan 2019 какой-то. Собственно, стрим 23 числа, в субботу будет стрим. Планируют что-то опенинг, открытие. Награды для всех от бета-рейдов. Последняя информация об игре, финальные какие-то еще там, видимо, загон. И специальные гости планируются, видимо, тут кто-то связанный с новелкой. В принципе, я считаю, новелка будет на втором раунде степ-апов летних, то бишь 1 августа. Так, почему здесь старая ГК-тима? Сейчас у нас новый ГК, поэтому надо будет менять. Собственно, да, докачал я тут нового резурект перса. Ну, как нового. Уже не такой новый. Так, босс раж, значит, проходим мы за разных персов. Начнем мы вот с этого молодого человека. Приоденем его и пойдем мочить всех. Вот. Новых персов у меня прибавилось разве что только он. Поэтому я пройду босс раж. Собственно, теми, кто у меня уже тут собран. Ну, соберем его. Вот. Так. Давайте-ка мы... Так. Давайте мы поставим кулдаун. Ну, я, наверное, буду ему линки качать, раз таковый чиг мне не выпал. Буду качать линки ему. Кстати, у меня есть как раз на это баночка. Он очень классный перс, мне он нравится, поэтому давайте я ему прокачаю прямо сейчас линки. Буду им играть. Потому что он очень классный. Так, смысла их копить нет. Во-первых, из ТКВ фиолетовых всего два перса. И один из них у меня есть, и у него все 30 линка у нее. Это у Нахана. А Ичига мне не выпал, поэтому... Вот. Так, что у нас тут? Ну все, последний. Все, до 7 докачали, отлично. Теперь у него СП стало больше. Не намного, но больше. Так, пойдем вот этими двумя командами. Давайте мы сюда вместо Дангая поставим нашего дорогого, любимого всеми таймскипа Ичига. Посмотрим, одет ли он. Одет полностью. Так, Айзен у меня вроде как одет. По полной программе, да, с 30 линками. Банкен. Нет, мы не банкен. Ну, он-то у меня почти фул, но нет, мы сегодня бахом, бахом, конечно, вот он бах. И Дангай у меня всегда одет. Снимаю, не снимаю, ничего. Так, вот он, босс раш. Всего-то 25 орбов, 5 билетов. Вот как ведь 16-го он пропадает, и 15-го видос вышел. Ой, да, ну давайте. Попробуем, в смысле, попробуем, пройдем его в конце концов, Дангаюшка. В этот раз мы не будем проходить старыми персами. Прошлый босс раж был специальный. Сегодня мы будем брать с собой, постараемся новеньких, вообще без разницы, какие у них линки возьмем. И все. Так, Дангай у нас в этой команде, поэтому мы пойдем за нее, за эту тиму. Как у вас дела? Пишите, что у вас в игре вообще в последнее время происходит. Много ли персов наубивали? Кого хотите выбить? Что вы там вообще? Поскольку это видео вышло в пятницу 11-го, ой, 16-го числа, то вероятнее всего там уже и витринку вы все пооткрывали. С вайдей персами. Новенькую. Вот. И можете, в принципе, здесь писать, что вам выпало, поскольку я все равно не буду ее открывать. И причина этому та, что я теперь открываю только ТКВ.
за орбы. Так что, ребята, видосики с витринками будут, ну, я бы не сказал, что часто, они будут крайне редкие, потому что ТКВ раз в месяц, да еще смотря какие ТКВ. Ну вот следующие, если либо первые, либо третьи, я буду открывать. Если вторые вдруг опять, то нет, не буду. Вот, ибо не нужно. Ибо нафиг не нужно. Потому что там у меня все есть. У меня весь второй раунд есть, а в четвертом у меня нету одного. В третьем у меня нет двух, и в первом у меня нет трех. Кто мне и нужен. Вот, поэтому, да, обычные витрины я совершенно открывать не буду, потому что я... А пусть падают с билетов. Билетов у меня... Вы знаете, сколько у меня билетов? Хотите посмотреть, сколько у меня билетов уже накопилось для нашего совместного с братом открытия? Вот, специальный билет с Tower of Ordals, 6-звездный, 19.4/5, и это только на данный момент, это на 13 марта. 42 брейва. А по аксу у меня, ну, пока не так круто, конечно. Ну, премиумных, конечно, там до жопы. А так, вот. Вот так вот. Откуда столько тикетов? А, вот, пожалуйста, ивент. Постоянно вот здесь, вот за эти 200 очков, просто постоянно играю в этот ивент. Качаю, ну, точнее, набиваю прохождение миссии своим Яхве, Дангай, там, Банкену и ТС Ичига. Чтобы было больше. Вот. А, и, конечно же... Что же еще делать-то? А, ну и тут выпадают билеты. Из ГК выпадают билеты. И вообще все очень-очень даже, я бы сказал, хорошо с ними. Так что проблем с билетами нет. Два золотых мульти мы точно откроем. И 4, 100%, 4 брейва мы тоже откроем. Но, мне кажется, даже и 5 наберется. Так, у нас атрибут синий, значит, берем зеленого. ТС, почему нет? Раз есть, почему бы не взять? Собственно, мы сами за него пойдем. За таймскип Ичига. Ну, или The Lost Agent. Потерянное удостоверение Шинигами. Вот у этого хмыря очкастого, по-моему, у него ульта не фуллскрин. И тут не было никакого оскорбления, потому что просто чувак в очках все. Никаких проблем. Я не сказал, что он мудак, я ничего такого. А то бывает, он написал один раз, типа, что чувак спросил, ну, типа, я там написал, смотри, хула своего, вот, что, собственно, не подразумевалось, что я как-то его там, ну, оскорбил, этого кхула или еще. Нет, мне самому нравится кхула, я смотрю его, вполне классные видосы. Ну, чувак, там, какой-то чувак подумал, что я оскорбил его как-то, там, типа, что-то имею против него. Не знаю, где он это нашел там, в своем воображении, но такого там не было. Вот, поэтому... Поэтому обращу на это внимание, что никого я не оскорблял. Когда назвал Ибу очкастым. Вот. Так, кенпачи. Ну, конечно, кенпачи. Пусть он не докачан. Не у всех тут кенпачи у меня в голове у людей. У Влада был, но он его убрал, поставил Хичига опять зеленого, поэтому... Вот. Как вам вообще бы... А, какой смысл спрашивать, как вам ВД персы, если это видео выложено, когда витрина уже появилась? Так, кенпачи. Брокен патч. На. Поздновато ты кинул эту вороночку. Хотя надо было бы ее сохранить лучше. И как это новый? А, нет, это не новый. Ты нахрен новый. Это так Тим. О. Найс. Но мне это не нравится. У меня при фулл стамине урон. Чё? Ладно, мы ульту его убьем, чуть насрать вообще. Хотя, почему я должен что-то там еще от него? Во, вот так вот. 40 тысяч. Это мощно. Когда-то мы таким азином били, еле-еле 10 тысяч набирался у меня ультой. Причем бомбардмент там еще был вот этот, фиолетовый азин. Вообще класс. А тут вон, 40. Вообще без напряга. Какой атрибут я не заметил? Черт. Дэммит. Какой атрибут?
Оранжевый, значит, за фиолетового, а значит, за тащера. В натуре тащера. Ну вот у нас, в принципе, у Нахана выбор невелик. Да. Что-то босрашки стали. Вот такое себе уже. Уже не так доставляет, как раньше, когда их проходил. Сейчас совершенно не то уже. Так, ну чё, давай, Тош, покажи, на что способен. Я даже не успел ничего сделать. Лошара. А то мой Тошка, он как разнес его в пух и в лед. Один ледяной этот самый остался. Все вообще без проблем. Даже барьер не сломал ни одного никто. Ха. Они, по-моему, даже у Нахан даже не тронули. Вообще. Я победю с щитами. Все. Даже 20 секунд не прошло. А мы уже выиграли. Прошло еще бы 2 секунды, щиты бы пропали. Последний атрибут? Чё? Вот видите, я специально хронометраж растягивал, чтобы поговорить с вами. Побольше слов внести в данный видеоролик. А мы уже заканчиваем. Давайте два яхвы побегут. В принципе, тоже не страшно. У меня 10 барьеров, так что вообще без проблем. Да-да-да. Тем временем яхвы наносит свой удар по... Ой, Нему, ты, господи, она даже не ультует. У нее даже ульты нет. Настолько она здесь. Сиющие парализовали, господи. Бедная Нему, а. Она прям подопытный эксперимент здесь. Не ультует, не атакует, парализовано. Чё не так? Почему все так? Почему к ней так относятся? Вы чё, охренели, что ли? И на Науту. Слушай, по-моему, они все сегодня прям... Какие-то сегодня ребята, только вот на первом самом уровне, где Дангами играл, там были жесткие боссы, а здесь у него вообще какие-то лошары. Ничего не могут сделать. Ну, против всемогущего-то кто попрёт? Рангику? Лейтенант 10-го отряда? Против... О, яхвы. Не. Ой, я превьюху забыл сделать. Боссов не посмотрел изначально. Ладно, давайте превьюшку посмотрим. Красивые, кстати, интересные боссы. Это все новые, ну, три новеньких посерединке. И по бокам старенькие. Вот. Ну, уже считаются старенькие. Им уже, по-моему, практически год. Если не есть уже. Вот, боссы все, да. Киллерами они, кстати, как? Они... А, смотри-ка. Они сделали по-другому теперь. Они теперь, видимо, сделали так, что... Персонажи... Нет, подожди. А, да. Короче, персонажи теперь у нас босс, видимо, являются киллерами тех, кем они являются киллерами как игровые. То есть, например, Брокен, он у нас убийца спады. Собственно, здесь он тоже убийца спады. И, собственно, это про всех здесь так. Каен убить шинигами, я даже не помню такого. Ну, здесь, да. Это что-то я смотрю, Бьяку, он вроде как шинигами, эти-то не пустые, но убийцы пустые. Раньше просто там были под фракции, вот кому они принадлежат, того они и киллеры. А здесь они прям киллеры-киллеры, как и в игре. Ну, задание это понятно. Так, ну, все. Вот и все, босс раш пройден. Ничего больше, все, проходить тут нечего. Ну, как нечего? Ивент дрочить, вот этот опять билет выбивать. Эти билеты не нужны, они нафиг не интересны. Ради них я дрочить ивент не собираюсь, а вот этот с удовольствием. Я уже здесь, наверное, выформил, сейчас скажу, ну, наверное, 4 точно брейв-тикета, вот за 200 очков. Ну, пойду, пока не закончится, еще 3 дня будет идти, так что нормально. Ну, а на этом я хочу завершить мою данную видеозапись. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Не забывайте по всем ссылкам, которые есть в описании. Обязательно смотрите видео, которое показано на ваших экранах. Кликайте на колокольчик. И обязательно посмотрите плейлист с игрой. Ну, не весь, конечно, вы его весь будете смотреть, да, послезавтра и через неделю. Потому что там 490 видео. Даже 491, возможно. Вот, а может уже и 1000, смотря когда вы смотрите данную видеозапись. Все, всем удачи и всем пока.